ПДД для дипломатов. Бывший посол Украины в США минувшей ночью в центре Киева был остановлен полицейскими. Патрульные заметили, что одна из машин ездит по кругу против движения. За рулем этого автомобиля оказался Александр Моцик. Это бывший посол Украины в Соединенных Штатах. По словам правоохранителей, было очевидно, что Моцик пьян, однако на камеру он отрицал, что употреблял алкоголь, и пройти тест отказался. Патрульные составили протокол о нарушении и эвакуировали автомобиль на штрафплощадку. Александр Федорович, не закрывайте транспортным засобом. Я не закрываю. Да. Что это за круто? Я ускорю ваши дни, я выиграю. Для того, чтобы вы незаконно мене зупинили. Для того, щоб ви ускорили, вам треба підписати протокол і отримати копію. Якщо не відмовляєте, пишу ваші протокол, то що ваші дні є незаконними.